Общественный совет МВД России по Тевтонскому городскому округу, сотрудники полиции, молодежный парламент рассказывают гражданам Тевтонского городского округа о фактах мошенничества, которые происходят в Тевтонском городском округе. Акцию «Предупрежден, значит вооружен» в этот раз провели в Успенском. В преддверии летнего отпускного сезона сотрудники полиции, представители общественного совета окружного ОМВД и молодежного парламента прошли по улицам и дворам села. Пообщались с жителями и напомнили им о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности, чтобы не стать жертвами преступников, покушающихся на чужое имущество. Это касается оставленных без присмотра мобильных телефонов и других личных вещей, а также незакрытых форточек, балконных и входных дверей в отсутствие хозяев. В летний период времени люди как чаще уезжают, оставляют свое жилье без присмотра. И мошенники знают и пытаются воспользоваться этим. Соответственно, люди должны быть более бдительны, рассказываем им об этом. Информация оказалась полезной и весьма актуальной для жительницы Успенского Надежды. Ее ребенку 8 лет, он учится во втором классе. Родители постоянно учат его основам безопасности. Не открывать дверь посторонним, не общаться с незнакомцами на улице. И такие беседы продолжатся. Уже такой возраст, когда уже... Если в прошлом году мы провожали в школу, встречали, в этом году самостоятельно более отпускаем его, поэтому и на площадку, и в школу, поэтому надо, чтобы ребенок был более бдительный в этих отношениях. Участники акции раздали жителям Успенского памятки по предупреждению имущественных преступлений и напомнили, если преступление все-таки было совершено, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 112. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».